Митрофанову. Моя позиция относительно этого достаточно умного человека, каким является Алексей Митрофанов. Сначала пусть он раскается за создание порнофильма про Юлю Тимошенко, а потом мы будем рассматривать его предложение по этике. Сначала он должен сам отмыться от тех обвинений в свой адрес, которые были неэтичными. Мы как раз обсуждали сегодня на комиссии у Дмитрия Николаевича Казака кодекс журналиста, этический кодекс журналиста, который я написал. Я вот могу вам его прямо послать сейчас, если вы мне скажете, для публикации. Это проект, написанный мной лично. Пусть, когда вот через ваш сайт будет он как раз и обсужден. Давайте прямо в прямом эфире мы это и сделаем. Я сейчас вам его пошлю. Скажите мне адрес, на который можно послать. Сейчас, секундочку. Так, WWC, да? Вот, кодов журналист. Так, перенаправляю. Включаю. Так.